Меня зовут Бердинский Игорь, компания Radotec, персональный мониторинг здоровья. Мы все знаем, как важно сохранять здоровье, и очень печально, когда оно нас внезапно покидает, и болезни на нас нападают в неподходящий момент. Хотя подходящего момента, наверное, никогда не бывает. Из-за этого каждый день много людей умирают, становятся инвалидами, теряют работоспособность. И этого можно было бы предотвратить, если бы люди не игнорировали симптомы, хотя многие вещи проходят бессимптомно, и проходили бы обследование. Сейчас единственное решение – это пройти клиническое обследование. Оно стоит достаточно дорого, занимает много времени. Не у всех есть ресурсы. Мы создали проект, прибор на основе японской технологии Ryudaraku. Всего 3 минуты уходит на тест. 12 органов, 5 систем, и вы это видите на экранах своих мобильных телефонов. Мой партнер и сооснователь проекта доктор Заболотный в 4-м поколении, он более 20 лет работает с этой технологией, и он доказал и уверен, что это единственный способ, как обычные люди могут в режиме реального времени отслеживать функциональные изменения в своем здоровье и принимать меры своевременно. Прибор работает очень просто. Вы прикладываете, следуя инструкциям на экране, к определенным точкам на теле и получаете результаты на экране мобильных устройств iOS или Android. Прибор как для персонального применения, в принципе, так и для всей семьи, коллектива, друзей, родителей, бабушек, дедушек и прочее, прочее. Мы находимся в рынке Mobile Health. Рынок растет очень внушительными темпами. Порядка 59 миллиардов он должен быть в 2020 году и к 2025 году дойти уже до 152 миллиардов долларов. На текущий момент мы производим и продаем сам прибор, производим его полностью в России. У нас есть расширенная подписка на дополнительный углубленный функционал в приложении. Продажа учебных материалов. Важно знать, что вы делаете, почему вы это делаете, не просто следуя инструкциям. Авторские БАДы – это те инструменты, которые позволяют вам оставаться в состоянии здоровья, вовремя корректировать состояние, которое вы видите, те изменения, которые происходят. И франшиза, чтобы в городах и во всем мире люди могли как самостоятельно работать с прибором, отслеживать здоровье, также и профильные специалисты могли использовать технологию для людей, плюс консультации. У Radotec есть конкуренты, и все они находятся практически в медицинском сегменте, который требует дополнительного образования и обучения. Плюс цена такого оборудования достаточно высока. Radotec – первый в мире прибор, который вывел технологию Ryudaraku на персональный уровень и сделал доступным всем. Это быстро, просто, удобно. Более того, технология не только одобрена Минздравом Российской Федерации, но и Министерством Всемирной Организации Здравоохранения в том числе. На текущий момент наша компания уже имеет оборот порядка 3 миллионов в месяц, более 1000 заказов на приборы, 12 миллионов у нас остатки по складским товарам, и в производстве у нас сейчас находятся постоянно и БАДы, и приборы, 1150 приборов, которые в ближайшее время будут готовы, общая стоимость на 20 миллионов рублей. У нас сертификаты, патент, команда. С некоторыми мы работаем более 10 лет, опытные люди. Мы привлекаем 62 миллиона рублей для того, чтобы к 2022 году выйти наоборот в 500 миллионов рублей. И у нас в зоне нетворкинга есть стенд, можете прийти, посмотреть, как это работает, попробовать самостоятельно посмотреть наши книги. Оно того стоит. Спасибо.